А сейчас я вам расскажу очень важную вещь. Сейчас в лесу может попадаться вот такой вот гриб. Это строчок. Но строчки бывают разные. Видите, здесь их много. Вот. Видите? Это строчок обыкновенный. И он ядовитый. Запомните, вот такая темная шляпка весной, весенний строчок, он ядовит. Его собирать, конечно, можно, но не нужно. Тем более употреблять. А тут вообще все в этих строчках. Смотрите. Они, конечно, красивые. Может быть, выглядят аппетитно. Видите? Вот. Но очень опасный гриб. Запомните его. И весной никогда такой строчок не собирайте.